Всем салют, друзья, я надеюсь, вам понравился финальный монтаж. Меня зовут Олег Никитин, вы на канале No Limits On. И сегодня я покажу вам, как добиться таких сумасшедших кадров фото и видео прямо у вас дома. Поехали! Во-первых, аквариум 30 литров, прямоугольный и с прозрачным дном. И стоит он всего 1300 рублей. И теперь поговорим про освещение. Для съемки видео вам понадобится хотя бы 3 источника света. С одной стороны у нас стоял Godox VL150 на 150 Вт, собственно, с рефлектором, и он был выставлен на 100% мощности. С другой стороны у нас стояла новинка, это свет Kolbor CL100, это источник с изменяемой цветовой температурой, он также был с рефлектором, я поставил его на 5600 кельвинов, он менее мощный, конечно, но зато это создает объем в кадре, одна сторона более темная, а другая более светлая. И в качестве верхнего света я использовал Aperture 60D, у которого есть очень яркое пятно посередине от рефлектора. И это как раз то, что мне было нужно, очень маленький акцентный свет сверху. Теперь фон. Я попробовал поставить панельку из 600 диодов от KMTV, но она практически не дала никакого результата. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас был фон более светлый, вам нужно, например, использовать полупрозрачную матовую пластмассовую такую штуку, как экран, и светить прямо в него, можно прямо за него поставить источник. А также можно использовать цветные гели, чтобы получить различные цветовые эффекты, как мы это сделали с Андреем в нашем предыдущем ролике, который называется «Food Porn». Ссылочку оставлю в описании, там есть отличные кадры. Конечно, если бы мы снимали только фотографии, то мы бы использовали вспышки, но так как мы снимали и фото, и видео одновременно, мы использовали только постоянные источники света. Теперь про камеру и настройки камеры. Я использовал Sony A7S III в 4К 120 кадров в секунду, кодек XAVC-S, выдержка 1/400. Но вы могли бы спокойно использовать и 1/250, мне просто больше нравится, как выглядит при 1/400 картинка в данном случае. Баланс белого я поставил на 5300 кельвинов и немножко сдвинул в сторону мадженты, потому что 5600 мне показалась слишком холодной картинка и немножко уходила в зеленый. Но это всегда будет зависеть от конкретных источников света, которые вы используете, и вообще от вашей локации. И даже сам аквариум может иметь легкий оттенок, так что баланс белого ставится всегда под конкретную задачу. Чтобы не промахнуться с экспозицией и цветом, я использовал Atomos Ninja 5 на камерный монитор и рекордер, и снимал я это все с лутом своим любимым в S-Log 3. Про S-Log 3 у меня есть отдельное большое обучающее видео, ссылочку на него оставлю в описании. ISO было выставлено на базовое значение S-Log 3, это 640, и объектив был 85 мм Zeiss Batis, потому что с более широким объективом у нас бы углы аквариума попадали в кадр сильнее. 85, на мой взгляд, здесь оптимальный вариант. И диафрагма была выставлена на f11, чтобы глубина резкости была побольше, чтобы больше объектов попадало в фокус. 120 кадров в секунду может показаться недостаточно медленной съемкой, потому что это всего-то в 5 раз замедленный материал, если мы берем таймлайн в 24 кадра в секунду. Но я выбрал качество, а не количество кадров в секунду, потому что 240 кадров в секунду в Full HD на A7S III выглядит очень плохо, почти как 720p. В идеальном мире я бы, конечно, выбрал камеру, которая пишет 240 кадров в секунду в честные 4К, но в данном случае 120 для меня более чем достаточно. Также моя жена Катюша снимала параллельно и фотографии на Nikon D780, объектив был 85 мм f1.8, в основном она использовала автофокус и выдержка у нее стояла 1/1000 и снимала в RAW. А теперь еще несколько советов по съемке в аквариуме в домашних условиях. Будьте готовы менять воду каждые 3-4 дубля, а иногда и каждый дубль, чтобы получить лучший результат. Всегда дожидайтесь, когда пузырьки воздуха поднимутся наверх, а оставшиеся на стенах пузырьки можно убрать с помощью кредитки, ну, той, которую вы не платите на повседневной основе, конечно, иначе это все будет выглядеть просто как космос. Также я предпочитаю фокус выставлять вручную, для этого мы разместили вот эту вот давилку для картошки в середину аквариума, выставили по ней фокус и потом убрали ее. Советы о том, как правильно бросать разные продукты в аквариум.
Во-первых, если вы используете что-то легкое, например, орехи грецкие, как в этом кадре, то можно просто их бросить с большой силой, чтобы они утонули немножко и уже потом начали всплывать. С кофе такое не прокатывает, поэтому мы добавили кофейные зерна прямо в чашку с водой и все вместе вот эту вот мешанину заливали. Таким образом, кофе на какое-то время все-таки достигал практически дна аквариума. И когда мы использовали акриловую краску, мы почему-то решили набирать ее все-таки в медицинские шприцы, а не выливать прямо из банки, как мы это делали с Андреем в прошлый раз. И вот из шприцов мне понравилось меньше. Там есть различные артефакты, ну, можно сказать, что такие сосиски из краски получаются. В общем, лучше выливать прямо из банки, предварительно можно чуть-чуть разбавить. Всегда мойте ванну, когда вы сливаете акриловую краску, вот прямо сразу, иначе эта краска может застыть и потом ее будет отмыть уже гораздо тяжелее. Кстати, я думаю, вы заметили, что все кадры бэкстейджа сняты на камеру Insta360 Go 2, на которую у меня буквально несколько дней назад вышел огромный обзор на канале. Что касается постпродакшена, то Катюша просто подправила цвет и в фотошопе убрала ненужные пузырьки. Вот несколько кадров до и после. Ну а я просто покрасил S-Log 3 и замедлил кадры до 20%, а также подобрал музычку и все под музычку нарезал. Вот и все. Что, друзья, если у вас есть вопросы или пожелания, предложения, ваши лайфхаки, то обязательно пишите их в комментариях под этим видео. Также не забудьте нажать на лайк, подписку, колокольчик, если вам понравился данный ролик. С вами был Олег Никитин и канал No Limits On. Берегите себя. Пока.